пришли, кого поддерживаете, что отстаиваете? Я пришла поддержать лозунг за честные выборы. Не обижает то, что меня держат за быдло, что у меня крадут мой голос. Мы пришли с той мыслью, что некто гражданин Владимир Владимирович Путин нарушает Конституцию тем, что баллотируется на пост президента и прикладывает к этому все усилия, чтобы заполучить этот пост в ближайшие 2 срока. Никого не поддерживаю, пытаюсь разобраться, что происходит в этой стране. Я вообще поддерживаю народ. И пришел я против того режима, который есть. Мы пришли с целью того, что хотим, чтобы те деньги, которые мы заплатили за квартиры, чтобы, ну скажем так, они пошли в дело, чтобы квартиры наконец-то достроились, и мы жили не на улице, а переехали в свои квартиры жить. Нет, мы не политические здесь, отстаиваем интересы, а свои интересы как обманутые дольщики. Не знаю, по крайней мере, мое внимание оно привлекло. Я думаю, что по всей стране это повлияет, хотя наш народ пассивен. Если каждого коснется индивидуально, только в том случае он выйдет на такие мероприятия, которые сегодня происходят. И самое главное, сегодня прозвучала информация о том, что штаб Путина внимательно наблюдает за активностью граждан. И по результатам этого наблюдения будут сделаны выводы. Может, и не повлияет. Я не сомневаюсь, что будет 4 марта то же самое, что и 4 декабря. Если будет слишком много людей, тогда да. Если будет вот на такой стадии, там 300, допустим, человек, 500 приходить, ничего не изменится. Нужно, чтобы приходили десятки, сотни тысяч.